Февральская погода, похожая больше на весну. Наши хвосты рады всему. Сегодня в селе, где находится мини-приют Ирины Стрижак, опять весна. Погода у нас, как непорядочная женщина, очень изменчива. Только радовались снегу, а сегодня радуемся уже солнцу, причем такому сильному. Собачка Эльза по очереди с щенком Аней загорали на столе. Это почему-то у них любимое место собачек. Аня за ней все повторяет, потому что та для нее и подружка, и мать все в одном лице, вернее сказать, в морде. А впрочем, мы всему рады, любим любым причудам погоды, лишь бы все были здоровы и сыты. Жаль, не всегда это, конечно, у нас получается. Как-никак, семья большая. Далеко от города, село, ну и все остальное. Спасибо, конечно, что у нас есть друзья, которые помнят о нас, приходят на помощь. Благодаря вам есть возможность лечить и кормить наших хвостиков. Ой, ну и хороши все, и котик вышел даже на солнышко к собачкам. Златик наш любитель на солнышке погулять, хотя он и в мороз к ним выходит. Деревенский парень, так сказать. Щенулька Аня, пусть и пытается его гонять, играет с ним, но он невозмутимо идет, так сказать, к своей цели. А у Губика в зумах на фото круглая говяжья кость откопал. Мы сначала прячем, потом находим, она все и тогда еще вкуснее становится. А по засохшим деревам у нас там целый склад хранилища. И копаем так, что скоро дерево рухнет. Решили помочь матери. Все на дрова пойдет. Все при деле. Вид из окна. Как обхаживает Эльза Аньку.